апреле 2006 года петербуржцы и гости города получили драгоценный подарок. В центре планеты Нептун был открыт первый в России океанариум. Детская загадка. Много меня – пропал бы мир. Мало меня – пропал бы мир. Что это? Вода. Две трети поверхности Земли занимает вода. Самая загадочная из всех веществ. Все на планете замешано на воде. Благодаря ей и появилась жизнь на Земле. Даже кровь человека по своему составу близка к океанической воде. По-прежнему верите, что человек – царь природы? Войдя в океанариум, далеко позади оставляешь средневековый антропоцентризм и начинаешь думать. Хватит разбрасывать камни. Пусть наступит благодатное время собирать мысли о птицах и деревьях, о рыбах и воде. Помните? «И дал Бог Соломону сердце мудрое и разумное». Сделались ему понятны людские помыслы и их деяния, повадки животных и их язык. Полюбил он беседовать с рыбами морскими, с птицами небесными и зверями полевыми. В каждой беседе и в каждом рассказе черпал Соломон новую мудрость. Обитатели водоемов по праву могут считать себя подлинными властителями подлунного мира. Половина всех позвоночных животных, обитающих на нашей планете, — рыбы. Они появились приблизительно 350, а то и 400 миллионов лет назад. И самое удивительное, многие известные нам сегодня существуют без всяких изменений уже около полумиллиона лет. Загадки, загадки. Загадки. Я с рыбами морскими подружился, в гости к рыбам часто прихожу и о рыбах, как о нации, сужу. Серебряный карась оказывается вовсе не карась, а карасиха.
отложенная самками икра поливается молоками линя или карпа. Мужское ядро с женским не сливается, и в потомстве воспроизводятся только самки. Идеальное феминистическое сообщество вполне в духе древних амазонок. Мирные родные окуни не кажутся кровожадными. Однако с молоду, набрав всего 5 сантиметров в длину, они становятся хищниками. Существуют озера, где из рыб живут только окуни, питающиеся в основном друг другом. Порою окуня, как тигра, называют полосатым разбойником. Окраску эта рыба словно позаимствовала у радуги. Если присмотреться, все оттенки найдешь. Но никакой нахальной яркости тропической рыбы, все в сдержанной северной гамме. Осетры, как и акулы, ровесники динозавров. Сегодня они близки к полному уничтожению. Не из-за природных катаклизмов, из-за человека. Их черную икру по праву считают ценнейшим продуктом. Во всем мире ограничена ее продажа, но гурманы платят большие деньги и браконьеры вооружаются. Так что же, побалуем себя? Уничтожим древнейших животных? В старину верили, что глубины моря населены фантастическими существами. Помните дивную рыбу-кит, на спине которой уютно расположилась деревенька? Да и весь мир, как считали когда-то, держался на китах. Сказка-ложь, давней намек. В центре планеты Нептун каждый может примерить к своему росту челюсти и зубы древней акулы Мегалодона. Некоторые ученые предполагают, что она и в наши дни плавает на недоступных глубинах. Такая рыба вполне могла проглотить библейского Иону. На Земле мы окружены животными, насекомыми, микроорганизмами. Такой же сложный мир и под водой. Здесь обитает неимоверное число существ, от самых высокоорганизованных видов до простейших. То там, то здесь мы слышим о разумном поведении животных, и рыб в том числе. Просто нам не так часто удается за ними наблюдать. Разве что здесь, в океанариуме. Кто придумал, что рыбы не чувствуют боли? Быть может, это всего лишь жалкое оправдание нашей жестокости? Стала модной тема загадок водной среды. Говорят, она, информационное поле высшей силы, все в себе запечатлевает, все приводит в порядок. А как же быть с теми, кто в этом поле миллионы лет живет? Кто в таком случае рыбы? Быть может, они все знают о нас? В минуты волнения человек краснеет или бледнеет. А полоски на теле сколярии появляются, когда она волнуется. Во время сна пропадают. Рыбы живут парами или образуют гаремы. Долго и бережно воспитывают мальков или бросают их на произвол судьбы. Это не они на нас похожи, а мы на них. Разноцветье рыб африканских озер. Кто ярче? Какой цвет моден в сезоне? Синий, желтый, розовый? Или классическая полосочка?
целый день лежит тюлень, и лежать ему не лень. В Архангельской области, когда хотят сказать о человеке, что он лентяй, говорят «тюленеватый парень». Но и о добром человеке говорят, что он приветлив, как тюлень. История появления тюленей в океанариуме центра планеты Нептун необычна. Житель города Ломоносов подобрал на берегу залива малыша-тюлененка, самочку, сильно истощенную и нуждающуюся в срочной помощи. Она весила чуть больше 7 килограммов. Отпускать ее на волю было нельзя, да она, честно говоря, и не хотела уходить. К сожалению, каждую весну волны Финского залива выбрасывают на берег немало тюленят, но спасти удается немногих. Если бы сотрудники океанариума не пришли на помощь, судьба тюлененка была бы печальна. Самочку назвали Умкой, и океанариум стал для нее надежным домом. Чуть позже из Литовского музея моря в Клайпеде для Умки привезли друзей – Дашу и Гошу. Раньше тюлени водились в Балтийском море десятками тысяч. Сегодня они занесены в Красную книгу России. Их планомерно уничтожали. Считалось, что тюлени вредят рыбному хозяйству, хотя главный вредитель, и это уже доказано, — техногенная деятельность человека. Серого балтийского тюленя вы всегда узнаете по большим грустным глазам, длинной морде и серой шкуре с большими и маленькими темными пятнами. Задние ласты у него широкие и гибкие, короткие передние лапки вооружены острыми когтями. На берегу тюлени практически беспомощны, передвигаются на брюхе, подобно гусеницам. Они не могут ни сразиться с врагом, ни спастись бегством, и потому легко становятся жертвой бродячих собак, ворон, чая. При малейшей опасности тюлени допрыгивают до воды, и там их неуклюжесть исчезает бесследно. В море тюлени изящны, быстры и грациозны, развивая при необходимости скорость до 30 км в час. Их не пугает совсем холодная вода, а нырять они могут глубже моряков-подводников, оставаясь под водой до 40 минут. К тому же они совершенно не знакомы с главной бедой водолазов – кессонной болезнью, потому что под водой не дышат. Ластоногие запасают в крови большое количество кислорода и понижают частоту работы сердца, поэтому кислород используется весьма экономно. С каждым днем тюлени океанариума учатся выполнять все новые и новые элементы для представления. Мало того, они сами придумывают новые трюки и подсказывают тренеру, что еще хотят делать. В океанариуме обеденный перерыв.
легендарные пираньи. Эта стайка красивых рыбок принадлежит к одному из самых опасных для человека видов. Но, как всякая агрессивная шпана, пираньи часто оказываются нервными и трусливыми. При незнакомом сильном звуке они могут испытать что-то вроде обморока и падают на дно. Эти рыбы живут в лесу. Да-да, не удивляйтесь. В тропическом лесу, там, где среди стволов и веток после сезона дождей остается теплая вода. В бассейне Амазонки ихтиологи насчитали около 2500 видов рыб. И это 1/3 всего пресноводного царства планеты. Гигантская арапайма одета в твердую, похожую на мозаику, чешую. Она блестит самыми различными оттенками темно-серого, красного и голубовато-красного цвета. Арапайма – одна из самых крупных пресноводных рыб мира. Длина ее в природе может быть свыше 4 метров. Местные жители называют этих рыб амазонскими быками. Арапайма питается рыбой и мелкими животными, даже птицами. Ее глотку выстилает ткань, с помощью которой арапайма может дышать воздухом. Заглатывает воздух и зарывается в грязь. Так она переживает засуху. Яркий свет оренокский краснохвостый сом не любит, норовит спрятаться. У него 3 пары усов и на верхней, и на нижней челюсти. Окраска хвоста может меняться от оранжевого до кроваво-красного цвета. Оренокский сом – настоящий хищник. Других рыб рядом с собой не терпит. Разве только в качестве потенциального корма. Тиляпия, чем-то похожая на поросенка, водится в Ниле и его притоках. Ее можно встретить и на мелководьях Юго-Восточной Азии, там, где выращивают рис. Разведение тиляпий восполняет дефицит животного белка у тех, кто поколение за поколением питался только рисом. Абсолютный комфорт для этих рыб наступает, если температура близка к 25. При температуре около 10 рыбы вовсе погибают.
Ихтиологи предложили разводить тилапий в водоемах-охладителях атомных или тепловых электростанций, даже на российском севере в теплых водах, выходящих из-под Ленинградской атомной станции. Видимая беззащитность и сумрачная грусть – всего лишь прикрытие крылатки, в каждом перышке которой приготовлена для недругов порция яда. Глаза у кошачьих акул зеленые и окрас, как у кошек, серые и желтые, полосатые и пятнистые. А в этом бассейне почти катастрофа. Кто не видел жука, перевернувшегося на спину? Мечехвост точно так же пытается справиться с неудачей. Хоботнорыл стремительно носится по аквариуму. Толком его можно разглядеть, если замедлить изображение. Вот так, например. Рыбки-кривохвостки держатся маленькой стайкой и плавают головой вниз кривеньким хвостиком вверх. Только в случае серьезной опасности малышки принимают горизонтальное положение и, не мешкая, удирают. Тельце их не имеет чешуи. Оно сжато с боков и заключено в костный панцирь с острым, как нож, краем. Кривохвостки кажутся совсем прозрачными. В чем душа держится, непонятно. И еще одно удивительное существо, ставшее символом Санкт-Петербургского океанариума – морской конек. Медлительная шахматная фигурка с закрученным в спираль хвостом. Хвостик – прекрасное приспособление для того, чтобы, например, зацепиться за веточку. Коньки способны менять свою окраску. На зеленой водоросли – зелененький, на красной – коричневый. Их можно назвать рыбками-кенгуру. На животе у них расположен карман, в котором самцы вынашивают икринки. Да-да, самцы, подтверждая свою исключительность в рыбьем мире.
Мальки, когда настает время появиться на свет, сами прорывают сумку отца изнутри. Пожалуй, морские коньки — единственные отцы во всем животном мире, испытывающие родовые муки. При лунном свете кораллы светятся особым светом. Где такое увидишь? Только здесь. Да так, как будто действительно наступила ночь полнолуния. Те, кто просто пройдут мимо аквариума, разглядят немного. Рыбы тоже к зрителям привыкают. К терпеливому и внимательному посетителю непременно из щели выкарабкается некое чудо. Если у вас дома есть аквариум, не сомневайтесь, ваши рыбы видят вас так, как вы видите их. Быть может, они оценивают ваши поступки. Кого-то любят, а кого-то, к сожалению, мало уважают. Все многообразие форм имеет право на существование. И эту простую мысль осознаешь особенно ясно в залах океанариума. «Мама, мама, о, где наши рыбы? Вдруг ушли, ничего не сказали. Вдруг растаяли в призрачной зыби, в голубом водяном одеяле. Вот и осень пришла, и застыли все озера и крупные реки. Рыбам суша мала, и уплыли в свои реки, как в вечные веки. Я надеюсь, что рыбы вернутся. Я по рыбам красивым скучаю. Я хочу рано утром проснуться, а во сне видеть рыбью стаю».
Возможно, из-за опасных рыб библейского Левиафана, олицетворение тьмы, смерти, хаоса, иногда наши предки представляли в образе рыбы. На фресках египетских храмов есть изображение акул. Их тайну пытались постичь древнегреческие философы. Акул объявляли священными, неприкосновенными. Им не только поклонялись, но и приносили жертвы. Все фантастично в них. Невероятная сила, скорость, которую они способны развивать, и строение кожи. Каждая чешуйка — нож. Их зубы располагаются рядами. Место выпавших занимают новые, как солдаты в строю. Каплю пролитой крови они могут ощутить за несколько километров. А еще воспринимают электрическое поле жертвы, даже если понравившаяся им рыба зарылась в песок. Особо почтительное и осторожное отношение людей к акулам не напрасно. Вот и водолаз океанариума постоянно помнит о ее непредсказуемости. Как же хочется, наверное, детишкам туда, в подводный мир. Что запомнят они после того, как побывали в океанариуме? Сказку? Или примут все как обыкновенное чудо, само собой разумеющееся, как еще одну воскресную прогулку? И не сразу узнают, что такое шоу с акулами уникально, что увидеть нечто подобное можно только в далеких странах, на южных побережьях океанов, а далеко на севере такого до сих пор не бывало. Увидеть это шоу можно только в Санкт-Петербургском океанариуме, в центре под названием «Планета Нептун». В Санкт-Петербургском океанариуме работает дайв-центр для обучения подводному плаванию. Опытные пловцы и новички, только что прошедшие подготовку, могут здесь, в центре города, совершить погружение в главный аквариум океанариума и увидеть чудеса не только за стеклом, но и на расстоянии вытянутой руки.
Отсюда, из аквариума, люди кажутся пришельцами, а водолаз – космонавтом, вышедшим в открытый космос. Вокруг таинственный, непознанный мир. Но будем надеяться, относящийся к нам по-доброму, как к братьям по разуму.